Всем привет! Пришла мне посылочка от Елены, просто подарок от всей души. Спасибо тебе огромное, очень приятно. Я, конечно же, была в шоке. И я не удержалась до дома, распаковала посылку у мамы. Она у меня была в еще большем шоке от такого большого количества. Я не могу ее сюда поставить, потому что она просто огромная. Она у меня сюда не помещается. Поэтому вам постепенно буду все доставать и показывать. И самое первое хочу вам показать вот такой вот держатель для телефона. Я теперь буду YouTube смотреть с большим удобством. Мне не надо будет держать телефон для того, чтобы он удобно стоял, то есть я могу его поставить. Как я понимаю, он под любой размер, и также можно и в руках держать. Скорее всего, можно его также и прицепить чему-нибудь, подвесить, я не знаю. Супер, и причем мой самый любимый цвет зелененький. Спасибо тебе, Лена, еще раз большое. Очень крутая вещь, давайте перейдем к следующему. И сразу же в посылочке мне попадается от Avon маска для лица увлажняющая. Тоже огромное спасибо, так как мне такую продукцию просто негде купить. Нет у меня знакомых, кто занимается Avon или Oriflame, поэтому еще раз огромное спасибо. И вы думаете, это все? Нет, там всего полно. И давайте посмотрим, что же дальше. Упаковано настолько все хорошо, что ничего не пролилось, ничего не пострадало. И это гель-лаки Коди, смотрите, это топ. Я так понимаю, что он матовый. И два цвета под френч. Вот это прям очень круто, так как в любом случае они мне пригодятся. Это номер 3, нежно-нежно-розовый оттенок. И номер 9. И это больше отдает цвет насыщенный розовый, но для френча очень хорошо подойдет. Красивые оттенки, и думаю, они у меня будут пользоваться теперь спросом. Так как мама у меня давно просит френч, а я его не делала, потому что не из чего было его делать. Точнее, не было никакой камуфлирующей базы по цвету, но у меня теперь столько всего, что теперь я просто обязана его делать. Дальше у нас матовый топ, но при этом он очень густой. И, кстати, это точно матовый. Спасибо большое. Круто, очень круто. Прям все нужное. Тем более, я очень влюбилась в матовые цвета. Мне они очень нравятся, и как смотрится, и как выглядит, и как носится. И опять же, это не все гель-лаковый. Я так понимаю, что тут тоже. Хотя, подождите, тут разрезать не обязательно. Я, наверное, так достану. Мне даже упаковку жалко портить, вы посмотрите. Это гель-лак бал, или как это еще называется. Елена, я надеюсь, ты напишешь название. И также тут указано, что это гибрид лака и геля. Вот этот очень красивый цвет, еще и с шиммером. Я очень надеюсь, что вам камера цвет передает. И смотрите, это производитель России, город Новосибирск, то есть это наша фирма-то. Номер тот был 139, а это у нас 114. Вот в этот цвет у меня мамка просто влюбится. Она вот такие оттенки настолько обожает, настолько любит. Еще раз спасибо большое. И также хочу вам показать, какая тут у меня прелесть еще. Тут целых, я не знаю сколько упаковок, типс. Вот эту штучку я вот хотела прям заказывать, думала, что она мне нужна, так как большую длину очень долго спиливать, а типсорезом это делать намного быстрее. Прям очень нужно. Посмотрите, какая прелесть. И размер, конечно же, из всех этих типс я смогу спокойно подобрать. Это у нас фирма Runal. Также еще целая упаковка верхних форм. Нет, точнее, это типсы тоже для наращивания, только прозрачные. Подобрал типсу, отрезал длину, которую надо, нанес клей, приклеил, и сверху просто выкладываешь гель. Это супер вариант, спасибо огромное. Надо будет на себе это обязательно попробовать. Ну, теперь у меня море форм, целое поле для деятельности, буду пробовать. И также в посылочке большое количество форм для наращивания гелем. Прелесть, девочки, мне их всегда не хватает, они всегда уходят. Те, кто делает наращивание, это прекрасно знают. Бывает то, что не удастся как-то приклеить форму хорошо, и приходится брать другую. Тем более тут их целых 500 штук, мне их на очень большое количество наращивания хватит. Елена, еще раз тебе большое спасибо. Все, что лежит в посылке, я так понимаю, все просто необходимое и нужное. Дальше маска-пленка для лица, огурец и чайное дерево. Для моего типа кожи это прям идеально, потому что чайное дерево нейтрализует какие-то воспаления. Спасибо огромное. Такое ощущение, что ты моя подружка, и ты просто знаешь, что мне надо, а что не надо. И также от Avon еще зеленый чай. Крем для рук и для кутикулы. Смягчающий и освежающий для всех типов кожи. Крем для рук никогда не бывает лишним, вы это все прекрасно знаете. Тем более у меня их большое количество, я люблю их чередовать, чтобы кожа не привыкала. Еще раз спасибо. А тут вот большой пакет, я так понимаю, что с дизайном. И буду сейчас вам все показывать поочередно. Так, это номер 3, сейчас посмотрим чего. Я так понимаю, что это снежок, и это очень классный посыпушка. И очень красивый отлив сиреневый. Ноготки становятся с ним бархатные, и его лучше наносить на непросушенный топ. И именно такого цвета у меня как раз таки, по-моему, и нет. Следующие голографические блестки, и так уже понятно и видно, что они такие. По-моему, черного цвета. Да, они черные. Черные всегда круто смотрятся, причем на темных цветах. А также вот такие вот замечательные сердечки. Тут их хватит, не знамо на сколько лет. И, кстати, это тоже Avon.
Серебристые блесточки немножечко просыпались, но они такие очаровательные и красивые. Но, думаю, ничего страшного, просыпалось на самом деле немного. Так что и протестировать, и попробовать, и нанести на ноготки, конечно же, хватит. А это невероятные стразы, только я не пойму, не подложка черная, а сами они серебристые. Очень интересные, но как сверкают, вы видите сами. Вот это просто невероятной красоты камешки. Вы посмотрите, мало того, что они интересной формы, так они еще и граненые. И также тут есть стразы под натуральный камень. Их тут несколько видов. Вы посмотрите, какая красота. Обязательно надо с ними сделать покрытие. Блесточки сиреневые, с фиолетовым, с голубым и зеленоватым отливом. Супер. Слюды у меня как раз-таки нет совсем, так что спасибо огромное, конечно же, она мне пригодится. И еще слюда невероятной красоты. Та была более такая белая, голографическая, а эта более насыщенного цвета, но просто замечательная. И снова стразики, очень красивые, очень блестючие. Надеюсь, камера вам передаст всю красоту, просто супер. И еще слюда зеленого оттенка на весну и на лето супер подойдет вместе со слайдерами. Просто замечательно будет смотреться. Разноцветные бульонки, у меня таких совершенно нет и, по-моему, даже и не было. Спасибо огромное, как раз-таки такие и попробую. Самые ходовые блесточки – это золото и серебро. Вы посмотрите, какая красота. Причем это именно чисто золотые. Есть золото голографическое, есть каким-то золото с отливом. А это без всяких добавок, просто золото. Супер. Такие блесточки еще поискать надо. Еще золотые блесточки тоже без отлива. Редкость редкостная, но у меня теперь их столько, что радуюсь прям. И также еще голубенькие. Вы посмотрите, какие замечательные сиреневые блесточки. Просто прелесть. Такое ощущение, что это как втирка. Они мелкие, но в то же время очень плотные. А вот эту штуку я не знаю, я ни разу не пользовалась. Лена, напиши, пожалуйста, под видео, для чего они и как их крепить. Очень интересно, мне кажется, можно с ними сделать дизайн, как-то порезать или что-то с ними сделать, и будет такой дизайн конфетти. Еще также блесточки Oriflame невероятные. Тоже блестят и сверкают. Прелесть. Еще красиво смотрятся они из-за того, что у них такая бархатная черная подложечка. Прелесть. Блеск, я думаю, вам видно. Ух ты! Я никогда в жизни не видела, что бульонки продаются вот в таких вот интересных флакончиках. Я сначала подумала, что просто это из-под лака, но насыпано бульонки. Но это не так, так как тут есть вот такая вот заглушка. И кисточки в колпачке нет. Я так понимаю, что они именно так и продавались. Тоже цветные, чуть-чуть покрупнее. Но у нас грядет весна, у нас грядет лето, будут в ходу. Еще нашла такие же штучки, очень интересные, я думаю, приспособлю к чему-нибудь. Еще одна слюда, и это прям вот русалка. У нее очень красивый фиолетовый подтон, но в то же время безумно красивые переливы. Прям русалка русалкой. И для ноготков вот такие вот замечательные бантики, которые всегда в дизайне будут очень круто смотреться. Главное их крепить на базу, смешанную с акриловой пудрой. И тогда они у вас точно не отлетят. Тут что-то очень интересное и прям хочу побыстрее распаковать. Вы представляете, я только думала, что мне безумно нужна такая штука, потому что я отвечаю вам на комментарии с телефона, постоянно в телефоне сижу, у меня уже пальцы болят. А тут такая замечательная ручка, и это именно стилус для сенсорных экранов. Спасибо огромное, для меня безумно нужная вещь, прям читаешь мысли, честное слово. Итак, тут у нас карандашики для страз, и я вам скажу, что вот эти карандаши, точнее, это я даже не знаю, как назвать, это, скорее всего, это ручки, очень крутая штука, так как замечательная. Тщательно цепляют стразы, ими очень удобно работать. И вот эти тоже классные, ими я наношу всегда какую-нибудь слюду. Вот такие вот штучки, очень ими удобно пользоваться. Спасибо огромное, у меня как раз он в единственном экземпляре, и я каждый раз боюсь его потерять. Но теперь не боюсь, у меня есть теперь еще запас. И также для дизайна вот такие вот губочки, еще есть и запасные. У меня таких не было, давно на них смотрела, но как-то сомневалась, нужны или нет. Теперь понимаю, что они мне нужны, потому что ими замечательно делать какой-то амбре. Когда нет времени, мне кажется, ими можно быстро и красиво сделать дизайн. В коробке, вы думаете, все заканчивается? Нет, там еще что-то есть. Я нашла на дне вот такие вот баночки. Графическое серебро невероятной красоты. Прелесть, очень красивая. Причем его видно даже через упаковку. Это белый снежок. Я вам уже про него говорила, но этот не сиреневым отливом и не с фиолетовым, а просто белый, чистый белый, прелесть. Даже летом, кстати, такие снежки вполне можно использовать в дизайне. И, девочки, это посыпушка. Супер, я уже знаю.
знаю, я уже тестировала такие, они замечательные. Это блестки, смешанные с акриловой пудрой. А тут у меня целая упаковка лент. Вы представляете? Всех цветов, всех модификаций, их тут просто немерено. И это такая прелесть. Причем я когда рисовала френч, мне потом в комментариях Лариса написала, что можно было использовать такие ленты, они у меня действительно есть, но столько цветов у меня, конечно же, нет. Тут просто такой выбор, и их можно не только для того, чтобы полосочку сделать, начертить и наклеить, но и использовать в дизайне. Распаковываем с вами дальше. У меня тут на столе уже не хватает места, но мы с вами продолжаем распаковку. Вот, что тут лежит. Это пилочки. Для пилы геля подойдут идеально. Тем более, тут одна сторона именно для основной части опила, а другой стороной замечательно подойдет для опила возле кутикулы. Пилочки всегда нужны, это расходный материал, спасибо огромное. Также в посылочке сразу увидела бафики, потому что они с цветочками, они такие миленькие, замечательные. Также тут есть полировщик. Апельсиновые палочки тоже всегда нужны, тем более я пользуюсь всего лишь один раз такой. Я знаю, что их можно срезать и пользоваться вновь, но я боюсь перепутать, кому я какой делала, поэтому пользуюсь только один раз. Также фольга моя любимая. Вы знаете, насколько я помешана, а это тем более фольга для литья. У меня как раз таки такой очень мало, я ее берегу, из-за этого не делаю никакие дизайны, но теперь надо будет что-нибудь сделать. Еще формы, и им я очень рада, спасибо огромное. Всегда нужны, всегда пригодятся, и лишними они никогда не бывают. И также тут лежит шелк для ремонта ногтей. Он мне очень нужен. Я его заказывала 4 или 5 раз, он мне так ни разу не пришел. Мама у меня любитель большой ломать ногти, она не бережет их совершенно, поэтому для нее это прям идеально. Конечно же, можно чайным пакетиком. Мне девочки писали, что вот этот шелк, он просто супер. Поэтому очень сильно хотела, чтобы он пришел. Не из Китая пришел. Так, в посылочке от Елены. Спасибо огромное. У меня сегодня прям сбываются мечты. И далее вот такие вот наклеечки. Еще и в золотом варианте. Супер. Это молнии. Очень сильно смотрятся серебряные на синем цвете, а золотые на красном. Причем такое покрытие занимает очень мало времени. И когда его не хватает, эти наклеечки, конечно же, спасут. Еще фольга очень красивого цвета морской волны или очень насыщенного голубого цвета, красивая. И также я так понимаю, что это слайдеры. Осенние прелесть, они как будто бы нарисованные. Также вот такие вот цветочки всегда можно использовать в маникюре. Они очень красивые и нежно будут дополнять его. Ну, посмотрите, ну, нежность несусветная. Я не знаю, разглядите ли вы эту нежность, но просто очень крутые. И пока собирала то, что осталось в коробочке, еще фольгу нашла. И это все для литья, девочки, для литья. Буду тренироваться. И осталось чуть-чуть, если кто-то устал. Вот такие вот розовые силиконовые коврики. Как я вам уже говорила, они мне очень нравятся, классные. И у меня черный и белый один, но теперь у меня есть и розовые, супер. Также вот такие вот два магнитика для кошечки. Тем более с ними можно что-нибудь придумать, как-нибудь поизгаляться. Я думаю, красивая кошка с ними может получиться. Спасибо огромное. И также еще магнитики. Вы представляете? Лена, наверное, знает, что у нас ведь холодильник увешан магнитами, потому что мы их любим. Байкал, привет с Байкала. И просто Байкал. Вы посмотрите, какие они красивые. Прям прелесть. И также открыточки красивые с Новым годом. Я жадная, не буду вам их все показывать, но они очень красивые. На столе у меня, конечно же, все тут не вмещается, все накидано, но это просто такая огромная посылка. Лена, огромное спасибо за всю эту посылку. Все действительно нужно. И вот ничего лишнего или какого-то ненужного нет. Всем этим я с удовольствием буду пользоваться. Я думаю, что девочки тоже за меня порадуются, что столько всего классного мне пришло. У меня столько эмоций, вы не представляете. Видео будет сумбурное и не поймешь, какая речь, но у меня столько эмоций, потому что я только заглянула поверхностно в посылочку. Без вас я ее, конечно же, не смотрела. Но столько нужностей. Лена, еще раз огромное тебе спасибо. Просто безумно большое. Вы можете смотреть видео дальше, а я пошла клеить магнитики на холодильник. Спасибо вам большое за внимание. Спасибо за просмотр. Спасибо, что познаете ногтевую продукцию вместе со мной. Если понравилось видео, ставьте лайк. Если понравился канал, подписывайтесь. Красивых вам и здоровых ноготочков. Пока-пока.